Так, всем привет, это Винус, Мектех и Ультрахардкор. Что произошло с тех пор, как я вас оставил в прошлый раз? Да, в принципе, ничего, кроме того, что я потерял одно хп, точнее, я потерял не одно хп, но довольно-таки немало. Так, как видите, вычистил всю территорию и вокруг, и около. В качестве забора, правда, он сейчас на данный момент он очень неэффективный, потому что он еще только растет. Вот, у нас будет живая изгородь. Насколько я помню, это вырастает на три блока, поэтому, ну, как говорится, и приятно, и полезно. Вот у меня вокруг базы идут и как бы вот эти вот все растения. Вот, ну вот, в общем, вот такая вот штука. Спилил все деревья. Так, это что-то такое ненужное. Вот. Блин, забыл. Так, потом у нас есть мод Мелисдор, поэтому сделал все выходы тут вот прямо в пещеру. Так, наплавил, как видите, золото. Так, кстати, золото придется сейчас, к сожалению, потратить. И вот, поскольку я очень часто трачу золото, хотя надо уже сразу, наверное, два яблочка брать. Одно уже не помогает. Вот, поскольку я часто золото трачу, надо что-то такое уже делать, что мне будет давать постоянный этот самый хилинг. Вот. И ближайшая на данный момент штука, что мне это даст, это, по-моему, цветочек из Ботания. Так. Восстанавливаем свою хпшку. Так, тут у меня, значит, ну, не все, но, как это называется, из мода Palm Harvester Craft все лежит. Вот, использовал Storage Drive, потом у меня вот дофига железа накопал, переплавил, 8 иглтов. Вот, что еще сделал? Да, вроде бы больше ничего. Копал и... А, ну вот еще одно нашел, пока у меня Assertion. Так, мне надо взять это... Вот, вот тут вот я нашел, ну, не нашел, а он был, этот самый скелетоспаунер, да? Вот там вот он у нас, вот видите, скелетоспаунер у нас тут. Так, я так думаю, его надо как-то утихомирить, чтобы у нас тут скелеты не могли спауниться, да? Эй, скелет! Иди сюда. А, ты не дурак? Как тебя тут тихомирить? Вот, каким-то таким способом надо эта штука есть захватить. Там еще один. И ты туда же пойдешь, да? Ладно, ты туда иди, а мы тут... Ох ты ж. Как бы тут по щам не урвать. Вот. Этот, естественно, сюда пришел, да? Нету. Эй, скелеты. Скелет. Ходи сюда, однако. Ах, ты ж попал. Да ё-моё. Вот так тебе, блин. Ну ладно. У нас как бы... еще там один скелет. Вот, светло. А этот раз тут больше, чем было. Всякой снеди. Так, тут по камень мы прокопаем. Во-первых, у нас есть зеленый камень. Ах ты ж! В спину, говнюк. Я вообще уже страх потерял. Смотрю, меня не волнует. Вот, все, можно тут разблокировать. Я тут уже ходил.
Вот там вот внизу и вверху. Во, у нас резонант есть. Кристалл. Кристаллов, насколько я помню, надо побольше. Вот, и, кстати, недавно обновилась борочка. Так что можете, если вы в нее играть, хотя вы уже об этом, наверное, знаете быстрее, больше меня. Так, чего? Чего у нас тут лишнего? Кобблстоун, наверное. Кобблстоун мне, в принципе, не особенно нужен. Так. Кво, 56. А вот этот вот штук мне довольно-таки сильно нужен. О, вот этот вот камень, он нужен. Так, ты, дорогуша, блин, опять нечего. О, Нетервард, хорошо, концентрат. Этот апгрейд Solar. Искра будет спеть with Scaring. Так, Melon Seeds надо. Блин, все надо и ничего не... Во. Вот так сделаем. Кобблстон. Уж что-что, кобблстон я набрать могу. Так, значит, забираем все вот это вот дело. Потом тут, наверное, замутим фермочку. Так, как бы нам тут засветить все, чтобы нас тут не особенно убивали потом. Так, ты иди отсюда. Так, теперь можно собрать весь вот этот вот зеленый кобблстон. Конечно, это не этот самый, не 1.7, где очень все легко дается. Ну, так, вот это еще. О, Медзи. Твою медь, я же ее взять не могу. Так, ну мне надо, я так полагаю, оружие дальнего боя. Это было бы намного выгоднее, чем вот эти вот всякие маленькие штучки. Так, так. Все, вроде бы все, что мне надо было, я собрал отсюда. Можем валить. Вот, пещера освобождена, и мы свободны. И я свободен. Так. Мне вот тут вот не нравится вот этот вот проход. Надо его чуть подрихтовать. Вот так вот. Так вот, идем, возвращаемся в свой бункер. Закрывайся. Это Мелиздор. Так, что у нас тут? Кол. Нет, чаркол. Так, что у нас еще тут есть лишнего? Так, всякую непонятную я, по-моему, скидываю сюда. Не, вот тут вот. Манасталь, Ронигант, блоков кол. Так, животина у нас лежит всякая тута. О, эндерперлы есть. Стэнфорд. Так, сюда ванилку. Это мы съесть можем. Так, стринги это у нас, по-моему, сюда и порох. Ага, хорошо, это что, Condensed Blood. И что с тобой сделать можно? Так, это особенно ничего. Но это животное происхождение. Так, Zombie Heart. Ага. Ясно, особенно тоже. Так, рез у меня все здесь. Так, это механика всякая сюда. Так, Нетерстар. Это, ну, это мы съедим. Это, наверное, Солер Шарм. Линкернинг. Бот. А, бот скрыт. Ясно, то есть... О, еще ведро дали. Ну, вообще хорошо. Вообще, слушай, хорошо, да? Так, это тут... во. Я, в общем, в прошлый раз рыбачил, точнее, за кадром. Вот уже даже сделал себе Iron Fish Rod, потому что обыкновенный мы ловим... А где мы это ловим? В общем, а, и вот еще наловил вот таких вот каких-то тварей, что с ними делать, я не знаю. Я думаю, попробовать, может, в печку засунуть. Не суется. Джелли... А, джеллифиш суется. Если взять
уголь. Интересно, он его переваривает или нет? Нет. А что с тобой, джеллифиш, можно сделать? Так я так понимаю, что ничего. Только сожрать, наверное. Ну ладно, тогда мы тебя откинем. В общем, видите, сколько у меня рафиш. Вот, потом наловил вот это. Так, где тут? Не тут и не тут. Ага, вот это. Это все я поймал. Так что давайте смотреть. Так, канистра. Ага, игун ты можно сделать. Знаешь, это мы закидываем, наверное, сюда. Будешь плавить? Нет, не будешь. Только, значит, банки эти можно переплавить тут. Больше они ни для чего не идут. Так, золотая рыбка. Что с тебя можно сделать? Юзич. Gold nuggets. Ну, в принципе, как рыбка, ты мне больше нравишься. Так, рыбка. Ну, ладно, наггеты так наггеты. Так, дальше. Messaging bottle. Во. Ничего не дала. А, что-то написала. Дефанус сэндвич. Чего-чего? Дерфанс хай. Ну, может, кто понимает английский, тот прочитал. Так. О, кулок получили. Так, боксы. Чпок-чпок. Ботинки, как всегда. Глина. И вот Нептун Фоундри. Интересно, что это такое? О! Нептуниан Экс. Юзич. Ага, зачаровать можно. Понятно. И что у нас такое? Экс. Интересно. Так, ну и вообще-то съесть яблочко надо. То профукал я свою, значит, как всегда. В общем, золото я уже пару стеков съел, получается. Я за этим не слежу, но, судя по всему, я золото ем больше, чем вообще я ем. Так, дальше. Клей. У меня клей, по-моему, тут где-то лежит. Storage drive, наверное, все знают. Так, где ботинки? Что мы из ботинок можем сделать? Кожу? Ага, кожа мне как бы побольше нужна. О, это гуд. Кожа – это вещь более полезная, чем ботинки, которые я на данный момент не использую. Так, Mossstone – это, значит, мы делаем вот таким способом. Получаем Bulb Moss, Consumer 10 Levin. Ага. В общем, можем сделать мосси на наш положить. Так-то она, по-моему, не будет обновляться. Допустим, это автовосстановление, да? Магнетик. Нет, так она не восстанавливается. Мне надо книжная полка. Так, значит, бамбук. Так, ага, можно вместо кожу поэкономим. Этих у меня хватает. Вот они, 41. Нитка. И вот эти вот штучки, дрючки. Раз, два. А, три полка. Это еще надо. Так, блин, куда я засунул? А, вот они. Эти, значит, эти. Это все для книжек. Делаем вот эти вот втулки. Так. Бумага. Раз, два, три. Так, и делаем книги. Одна. Пушему одна. А, потому что нитка одна. Нитки две. Две нитки еще. Так, берем. Вот. И дерево. Дерево, 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 дерево. Тихо. Что, кончилось? Совсем кончилось, да? Ладно, дерево не проблема. У меня дерева довольно-таки много.
Так, книжная полка есть. Так, тебе поставить, чтобы она мне потом в будущем не мешалась. Вот, теперь берем вот этот мост и та, блин. Где этот? Да твою ж дивизию. Ладно. Надеюсь, поняли, что произошло. Ему не нравится Бирчвуд. Ему надо подавать обыкновенную полку, стандартную ванильную. Как ни странно. Так, и где три книги? А вот они. Три книги. Да, обыкновенную полку надо. Где? Берем Моззы. Есть. Ух ты, 10 этих самых. Теперь мы его можем повесить на нашу, допустим, кирку. Mending Moss. Еще один повесить. Во. Хотя кого-то слышал, что не особенно там и помогает. Mending Moss 2. Вот, потом что еще можем повесить? Допустим, можем повесить на кирку скорость 45. Так, скорость повесим на кирку. Так, у нас еще осталось кирку скорость 50. Все. Вам больше ничего повесить не могу, мне надо прокачать ее. Вот, так что из-за этого я не переживаю насчет этих всяких штук. Так, мостон, так, сугаркейн. Так, дальше. У меня есть такой станок, и я вот думаю, что мне сделать. Так, эти я заливать могу. Давайте сделаем вот наш, точнее, мой любимый или там еще одного. Бо, этот самый, вот этот вот лук. Хотя вот это, блин. Не, надо этот сделать. У нас, блин, у нас тут натура есть. Так, где у нас книга? Главбух. Вот он, материал and you. Так, для начала все растительное скинем сюда. Так, главбух тут. Мосси, 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 мосси. Мосси. Так. Что у нас есть? Пикайвуд Боу. Что у нас? Бонус дамы. Что у нас больше всего дает? Один минус. О, 7 айрон. 7. Пик айрон. Так, раньше. Модификатор полудрал спид 2. 5, 1. Незеррак минус 1. Так, бонус пик айрон. Кобальт 3, 1. Так, 4, 3, 6, 5. Ну, в общем, на данный момент, я так думаю, мне надо делать. Я быстрее всего не прав, но быстрее всего думаю делать. Так, вот по-быстрому, если что, переделаем, значит. Так, этих штук у меня нету, да? Или я их уже куда-то отложил? Вон они, 27, как-то нету. Значит, нам понадобится вот эта вот штука, эта штука. Так, дальше что? Вот этот твердый стержень. Так, твердый стержень. Его делал, не делал. Так, у меня тут он есть. Есть. Так, это скидываем сюда. Потом нам понадобится вот эта штука. Потом для вот этих болтов. Сами болты. Болты, я знаю, делаются из этого и заливаем сталью. Так. Это закидываем. Ну, чё не лазишь? А, уже есть. Странно, когда я успел сделать, не помню. Так, значит, мне нужна стальная. Так, хорошо, берем вот эта штука.
Делаем вот эту штуку сталь. То есть не стальная, а железная. Так, ты иди сюда. А золота-то нету, которого у меня да не так уж и много. Так, мне надо алюминиум браз. Ладно, бразерс, мы тебя сейчас расплавим. И вот, кстати, благодаря новому модпаку, ну и новому Fateful 32, Option Resource Pack, Fateful 32. Я не знаю, ссылка у меня обычно бывает под видео. Так, есть не могу. Куди пошел? Так, этот еще плавится. Ну, сейчас расплавится. Так, заливаем это. Сегодня, думаю, сделать вот этот самый лук. Так, это назад. Железо отливай. Давай, давай. Так, 5 иголд. Во, спасибо. Так, что нам еще надо? Палка. Крепежная и икс. Ну, это я, наверное, сильно тут голову ломать не буду. Сделаем из дерева. Не подойдет, то поменяем. Так, вот у меня всяких палок тут. Может, естественно, я, наверное, не прав. Ну, ладно. Так, мне надо перекрестие. И надо толстый стержень. Вот он. Так, это мы... Есть магический вуд, но у меня он слишком магик. Магик вуд. Магик. Ну, поскольку у меня тут что-то вроде есть индиана и гуан от Викса, так что я не особенно переживаю. Так, убери драконик эволюшн. Magic Wood. Ай, там долговато делать. Лень. Делаем первый, потом будем на своих ошибках делать более новый. А, у меня стринга нету. Так, стринг. А, так, стоп. Талмуд, иди сюда. Стринг. Модифайер 1.1. А чем отличается? Из Винусов. Кемп Вип Фибер. Ну, в принципе, стринг не вижу особенно, чтобы чем-то он отличался. Так что при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Так вот, берем стринги и делаем стринги. Так, стринг, иди сюда. Вот. Нитка. Где-то там. Во. Боу. Я хотел вообще-то лук сделать, ну ладно, так, атак 5, модификатор, driving speed 4.5, ну ладно, это мы ускорим. Так, теперь стрелы. Аровсы, это какие аровсы? Так, модификатор, бонус аму, боун 5, 3, о, редс 20. Рец. Ну ладно, рец, так рец. Стоп. Специальная какая-то есть. Да, вот он. Арошаф паттерн. Подождите. А мне ж надо не арос. Мне надо болты. Болты. Слайм лиф. А как болты делаются? Бол материал. Ну, это мы знаем. Печка. Ну, наверное, из сарусов делается, я так полагаю. Так, где? Вот эти Sugar Cane. Берем бонус 20 там чего-то. Так, а, в принципе, какая разница. Так, и вот это вот. Убираем. Ложим тебя. Одна. А, и бонус само. То есть берем одну, у меня их там 20. Так. И насколько я помню, это кладется сюда. Да. Положилось уже плюс. Заливаем железом. Ну,
чуть графика хромает. Давай, застываем. Вот. А почему я железноконечник сделал? А, и оно по-другому, по-моему, никак. И осталось фетчер. Летелка. Так. Флетчер. Так. Перо. 100%. Ну, тут особенно выбора, наверное, тоже нет. Может, какие-то есть скрытые материалы, которые, возможно, помогли бы мне больше в этом деле. Так, фетчер. О, фетчер. У меня фетчера-то и нету, я так полагаю. Курей-то я не набивал. Перья не выдергивал, блин. Так, что у нас есть замена? Так, это 50-80 слайм лиф. Ну, слайм лиф у меня ближайший где-то вот там. Вот он висит, остров. Туда довольно-таки далеко идти. Так, всякую такую хрень сюда. Так, это тоже. Камень отложим. Так, болт по камень положим сюда. Это сюда. Так. Ты можешь бабли засунуть? Можно, можно. Так, Нептун, оружие, я не знаю. Так, оружие надо вообще-то все сюда складывать, которое мне не надо. Вот у меня их тут, тут оружие, вот эти вот всякие инструменты. Хотя я вот эти знаю. А давай лифт используем. Лифт. Так, так, вот сюда мы всякие детали. Не, лифт я не хочу, он косит очень сильно. Так, это пока не надо. Что еще не надо? Этот спирс не надо, не надо. Эти тоже не надо. Так, яблоки тоже. Так, еще хотел по пути, раз уж идем, погулять по острову. Forestry. Forestry. Три. Так, где эта штука, чтобы меня не кусали пчелы? То как-то на халяву терять. Так, комспрейкан. Нет, не то. Ладно, сейчас поищем. Так, а вот она, эта штука. И как она у нас делается? Тин, тин, тин. Неужто только тин подходит? Иди ты. Ох ты ж. Блин, у меня вообще тин-то есть. Осмиум, айрон. Так, тин даст. А мне вот 4. Тин ор. Блин, ну ладно, ради такого дела, вот она эта штука. Точно, только тин. Да, только тин. Так, а у меня настоящего тина и нет вроде бы, да? Блин, неужто нету тина? Платинум. Да, с тином у меня чуть проблема. Надеюсь, обновили в сборку, там что-то преувеличили генерацию руд. Так, брас и айрон, они, по-моему, несовместимы. Ну, ждем, пока появится стин. О, так быстро. 8 иглтов. Ну, хорошо. Блин, одного не хватило, чтобы получить. Довольно-таки быстро льется. Так, нам надо 5 штук. Так, 3, 4, 5. Также нам понадобится 2 кожа. 2 кожа. Так, флинт and steel, то бишь iron. И какой еще там? И стик. Стик. Вот и стик. Так, значит, Flint and Steel
Берем. Вот он. И делаем эту штуку. Ага. Эту штуку-то я сделал, а чем я собираюсь? Что такое? Что тут блок Айрона делает? Я переезжал, наверное, так. Вул. Блоков Айрона. Вот Айрона-то у меня полно, а вот таких простых штук нету. Так. И оп. И оп. Вот. Так, у нас наступила ночь, и сейчас я в опасности, потому что через эти вот, блин, через эти вот штуки у нас проходят зомби, пока они, конечно, не вырастут. Потом, видите, высота 2 будет, и они уже не пройдут. Так, ага, ну что ж, раз у нас есть эта штука, я вот думаю, штучка-дрючка, так, и чан, он собрал водка по 4. Upgraded free chairs, только по 4 пресс это будет. А, только по 4-1. Он выгоден, не выгоден. Ладно, проверим сейчас. Ender.io. Хочу генератор сделать. Стилинг генератор. Это. Так, значит, мне надо это. А, вот же у меня доски. Твою же дивизию. Доски. Редстоун. Этот. Так, надо еще, наверное, досок взять. И что еще нам там понадобится? Басик. Ага, это так делается. И что еще? Стоунбрик. Эл. Не надо сюда вставать, слушай. Так, камень жареный у меня, он-то вообще-то есть. Жареный камень у меня нету. 64, это значит, надо в печку запихнуть. Так, разбиваем на 3. Так, и это на 3. Сюда, пускай жарится. Так. Вот, все распределилось. Так, ладно, начинаем делать то, что я хотел. Проверить. Так, хотел раз, два. Пистон есть. Печку. Печка есть. Так, осталось только камушки, 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 камушки есть, и делаем стилинг генератор. Вот, стилинг генератор, куда бы нам его тут, ну ладно, давайте будет стоять тут. Вот так, берем вот эту штуку. Я просто не знаю, что она делает. Она улучшает или не улучшает. Так, она сюда идет. Это хорошо. Воды у меня, этой самой лавы, у меня полно. Значит, берем ведро лавы. И немножко вырабатываем лавы. Отсюда забираем. И смотрим, сколько она даст. 40. Без нее 20. Ну, то есть увеличивает. И вырабатываем мне энергию, пока в быстром времени пригодится. Так, камовки сюда. Ладно, сейчас распределю, посплю. Ладно, передумал я спать. Я, наверное, займусь тогда вот этой штукой. Longbow. Вот этот хочу сделать еще. Так, две эти и эта штука. Ясно. Надо вот две эти отлить, потому что Molten Tea не подходит, вот это вот надо отлить. Давай лейся, лейся, не жалейся. Так, блин, а железа не хватает. Где блок железа? Блок железа мне надо.
Так, мне надо будет вот эти вот штуки. Дальше мне надо будет вот этот наконечник. Его обязательно надо из чего-то вырезать. Так, ну из дерева, например. Вот из этого. Так, этот скинуть сюда. Так, этот есть. Вырезаем. Так, вырезаем из вот этого. Вот эту штуку. Перьев у меня нету. Перья потом поменять. А, перья у меня есть, но не те. Ну ладно, черт с ним. Черт с ним. Так, черт с ним. Где я засунул? Где я эту штуку сунул? Лист у меня. Вот он. Лист. Так, стрелу. А, нет, стрелу собрать не могу. Так, где блок? Плавься. Один штук есть. Так, пока мы сможем отлить заливку стрелы. У нас вот есть такая штука. Пока у нас плавится железо. Так, железо плавится довольно-таки долго. Molten tin не получится. Блин, чем заняться? Так, можем почитать Талмуд. Чего выгоднее, что дают вот эти вот пластины. Так, возвращаемся назад. Материалы. Так, нет. Так, это не то. Тут будет описание, для чего нужна вот эта морда, как я называю. Так, плавится. Ладно, морда у нас будет из дерева. Черт с тобой. Так, привычка со старого. Так, морда у нас будет из дерева. Так, это есть. Так, ну, расплавилось. О, молодец. Так, отливай нам наконечник. Вот. Сколько я помню, железные выгоднее делать почему-то. Не помню почему. Больше урона, да. Так, еще одна железная. Вот. Так. Это возвращаем. Идем делать дальше. Так, этих два железных есть. Так, можем собрать стрелу для. Так, ну она косая будет из-за этой вот штуки. Точность, ну ладно, потом апгрейдим. Криво выглядит. Это, наверное, из-за текстур пака кривого. Так, мне надо нити, чтобы собрать боу, большую лонгбоу. Есть вот этот короткий лук, а есть быстрый этот большой. Ну, я хочу большой. Так, нитка. Идем сюда и собираем большой лук. Так, морда. Нитка. Вот. Сколько ты натягиваешься? Так, что у нас тут? Магнитик 3. А, ты еще и подтягивается. Так, это сюда. Это сюда. Книга пока мне не нужна сюда. Так, это есть. Это пока мы сможем отложить, не хочу. Хотя потом обновить могу. Так, подождите, у меня что вообще-то насчет блоков? Так, ускорим его натягивание. Drawspeed 3. Чпок. Траус 2,5. Да ладно, что жалко.
В принципе, тут больше ничего, только Мосси можно надеть. Сколько я тебя обновлять могу? А, 150. А, он не обновляется. Надо обыкновенную редстоун уложить. Так. Больше не обновиться. Надо добить уже. Так, сколько там осталось? 44. На. Все, модифайеров нету. Так, иди сюда. Молодец. Вот. Ну, стреляет. Криво косо, но стреляет. Так, ну что, идем поищем. Давай идем поищем курочек и неприятности на нашу. Так, в принципе, где эта штука? Успела такие. Пчелки, идите сюда. Во. Пчелки только неприрученные кусаются. Ну ладно. Это мы неприятность эту мы переживем. Так, коровки, я потом у вас по-другому брать буду. Так, где у нас тут еще скопление кого-то? Ну, яблоков у нас хватает. Так, это коровки. Это у нас не то, что мне надо. Мне нужны улья и птички. Коров полно. А тут всякое их. Одно перышко надо хотя бы. Блин, вот все вижу синий, все из Невермайна представляется. Так, этих я уже насобирал. Я тут уже по острову, конечно, погулял немножко. Блин, корова, вас придется губить, я чую, чтобы найти. Коровий рай, блин, а птички есть где-нибудь? Так, где-то я вот помню, тут еще было улей. Да, улей есть, но это не тот, что мне надо. Этот вещь хорошая, но не та. Это можно сбивать обыкновенно. Вон еще один. Это по Palm Harvester Craft. Это чуть не то. Так. Пленюшина. Во, улей. Вот мы тебя так-так и забрали. Улей так у нас место есть, есть. Ну, пока есть возможность, надо забрать все улья. Блин, ну что из листвы делается? А, хотя подождите, у нас же тут прокачка есть. Так что, корова, стой, не шевелись, я тренируюсь. О, ну, с первого раза. Так, и сколько его прокачивать надо? XP 0. А что прокачивать? Ага, стрелы. Ну ладно, про это я и забыл. Так, пчелы. Блин, а что сегодня не подвезут? Не подвезут. Вон еще пчелы. Хотя вот этих мне так много не надо. Мне форестеревские пчелы больше подходят. Так, где-то я еще видел пчелу тут, когда шлялся по острову. О, кстати, бананов нету, нету. Так, ну походим, поищем. Так, в моем-то состоянии пчел ловить. Где-то наверху одну еще тут недалеко видел. Вообще-то это делается ночью. Такое вот дело. Так, о, яблочки. А, я тут уже ходил. Точно. Точно, точно. Так. Где-то я видел. Улей вверху такой висел. Блин. Такой висит себе нарядный белый улей. Улей. Так. Ой-ой-ой-ой-ой.
Давай, 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 давай. И забираю. Ух ты ж, ёшки, кот, еще один улей. То, блин, я ж тебя попшикал. Или... Не, надо срочно что-то делать, надо ботанию развивать. Блин, а куриц нету, коровы, куриц не видели. Вот эти вот небезопасные, а вот... О, еще один. Давай, 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 не кусай. О, успели. Хорошо. Ну, ладно, в принципе, для начала улик вон он. Улей висит. А я какие собирал? Черные. До того так добраться будет. Ой-ой-ой. Но это позже. Уже, в принципе, яблоко можно куфать. Так. Тут я бывал. Че, придется плыть куда-то? За. Хотя я могу апгрейживать, в принципе, улья. Так. Так, что насчет ульев? Ой, закрыть надо, то придут тут гости. Так, у нас есть Queen Usage. Так, так, ясно. Угу. У нас есть Ignoble. Так, сколько у нас? Раз, два, три, четыре. И Rocky Princess, да? Раз, два, три, четыре, пять самок. Ага. Ну уж чего-чего, дерева у меня, наверное, хватает. Так, это для начала выкинем. Все не нужно. Так, этих пчелок пока мы составим покой. Там, по-моему, кожа нужна. Так, это сюда. Iron. Так, у нас четыре. Iron ore. Iron ore идет сюда. Наггетсы. Так, о, уроки комбо. Так, 5 ульев могу сделать временно. Так, хорошо, 5 ульев, так 5 ульев. Берем дерево. Так, раз, два, два, три. Так, и ульи у нас делаются, по-моему, если я еще... Вот лодка как раз так. Нет. А шо не так? Ага, только из ванили. Ну, ладно. Значит так, господа присяжные председатели. Так, мне надо цветочек. С этим они могут и не расти. Ладно. Ладно, ладно. Блин, обыкновенный цветочек. Лучше ванильник. Еще темно становится. Так. Вот тут у нас цветов. Мама, не горюй. Так. Нет, вот эти не хочу. Хочу какой-нибудь ванильный. Вон хотя бы вот этого. Коровы, блин, вас тут не слишком много. И да, нашел такую вещь, что когда собираем... Как это, когда срубаем дерево, с него саженцы тут как-то падают, и сам, короче, сам осад получается. Они сами садятся и вырастают. То есть я замучился тут собирать все. Они, их срубаешь, они опять растут. Их срубаешь, они опять растут. Вот, так, где у нас будут жить пчелки? Ну, пчелки, наверное, тут у нас сектор... Вот тут камень как раз есть. Так, раз, два, три, четыре. Так, этим уроки пчелкам нужен камень. Они не хотят жить без камня. Так что хотя бы подулей положить. Вот, вот, вот. Вот, тут у нас будут жить уроки. А где уроки? Что, я скинул, что ли, куда-то? Вон она, Рокки, принцесса.
Рока. Она очень полезна, она работает так, Роки дрон. Так, надо цветочек посадить другим. Да, она работает днем и ночью, в общем, и несет вот такие соты. Так, тут желательно, так это кто? Игнобл. Фиг знает, кто ты там такой. Так, Пристины. Блин, опять я забыл, кто тут кто. Игнобл, а тут Тафени, тут любую уложим. Так, а тем более у меня еще одного дрона нет. Да, этим давай день. Вот, звездочки скидываем сюда. Это будет считаться пока мисс тут. Тебя тут. Так, берем этих. Спим, потому что мне надо утро. Так. Ну и думаю, раз утро, то в следующий раз встретимся. Вот, на этот раз, думаю, хватит записи, то вроде бы задолго будет, а потом люди не хотят смотреть. Очень долго, понимаешь ли, вот. Так, а восстановить можем доски? Можем, хорошо. Этот заряжен. Ладно, все. Это был Эрвинус и Мехмарик. Ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока.